Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, безумные правила, глянем. Что у нас тут за задание? Так, все бойцы получают плюс 1 единица силы и здоровья при использовании. Самое время поиграть с питомцами Заморозга и из его стратегической колоды питомцы с холодными носами. Как всегда, против Цитрона. Ну, давай я попробую, я не скажу, что смогу выиграть, потому что я этой колодой, ребята, пытался как-то сыграть, но фигня получилась полная. Ну и что тут у нас выходит? Блин, да ничего хорошего. Ну, поставим козла. Цитрон ничего не стал делать. Интересно. Ну-ка, если я так сделаю. Что-то Цитрон задумал, да? Так, 3-7. 6-7. Не кисло. Так, сейчас сработает защита, скорее всего. Я боюсь, он превратит его... А, нет, он ставит стенорех. Уже интересно. Но если я поставлю, например, вот так. Попробуем. О, как хорошо. Ребят, все это, по-моему, это кранты. Тебе так не кажется? Случайного превращает, да? Давай в животное. Нет. И остается нанести 1 единичку урона. Ну что, попробуем? Ха-ха-ха, тебе это не поможет. Так. Все. GG, ребята. Погнали. Сейчас на финалочку, да? Все, ребят, он сам себя убил. Он сам себя убил иголками от кактуса. Ну что же, задание дня выполнено. Разыграйте 2 зомби из надгробий. Кстати, мы сегодня получим, ребят, 11 паков. Так что поехали. Значит, разыграть зомби из надгробий, да? И нанесите 20 единиц урона героям супермозгом. Как раз попробуем сейчас выполнить эти оба задания. Так, супермозг, где-то у нас. Что там у тебя за колода-то? Что тут у тебя за колода? Может быть, нам взять 2 папандопола? Вот этих вот. Вместо кого, например, еще можно было бы взять? Даже затрудняюсь ответить, за кого. Может быть, вот это убрать? А вот это поставить? Давай так попробуем. Не скажу, что я за супермозг играю прям зашибись. Но тут рандом. Тут как повезет. Тут уж как повезет. Пока промолчу. Начинается, ребята. И
Интересно, у него есть могилоед? Могилоеда у него нету. А может быть есть, он просто не стал его тратить. А, что сделать-то? Так? Или как? Пока никак, ребят. У него может быть бонусная атака, кстати. Что же сделать? Давай, наверное, вот это уберем. Я надеюсь на защиту. Глупо было надеяться. По земле у него, наверное, есть удар, да? Может же быть такое. Так, ставить защиту. Мы сделаем тогда следующим образом. Так. Окей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребята, у него оказался могилоед. Ну, ладно, сработает защита, я надеюсь на это. Так. Ну, это, конечно, не очень мудрое решение, потому что он может здесь поставить юнитов на 7 единиц урона. Понимаешь, да, чем я? Ах ты. Хорошо подготовился, да? Ну, давай сделаем так. Так. И вот так. Как ты заколебал. Сколько у него, друзья мои, этих хеллоу? Скажи-ка мне на милость. Угу. Сейчас проверим его на могилоедов. Должны быть, друзья мои, должны быть у него могилоедики. Или бонусная атака, что-нибудь из этого должно быть. Видишь, как пристраховался. Угу. Так. Погнали. Конечно, жалко, что этот погибнет у нас. Причем зазря, блин. Так, что же сделать? Опять он со своим холлоу. Ну что, придется нам ставить тогда вот этот, ребят. Другого варика нету. Единственное, что он может, знаешь что? Все, если сейчас у него два по земле, ребят, нам кранты.
Не кранты, но все равно неприятно. Давай сделаем так. И вот так. Ну это фигня, конечно, получается все на самом-то деле. Здесь-то мне никак не прикрыть. Это я так для понту. Хотя если вот этого только переместить сюда, ну как вариант прикрыться. Так если он опять же сюда кого-нибудь поставит, смысл? Ну, короче, у него либо бонусная атака, либо еще что-нибудь. Потому что сидит, выжидает время специально, да? Или у него по земле 2 единицы урона. Не, вот он что делает. Ребята, ну, я тебе скажу следующее. Что-то это, по-моему, перебор на самом деле. Он мне не оставит, не оставляет выбора. Конечно, это глупо все, друзья, ну а чё? Всем в лицо, конечно, прилетит. Если бы у нее была бы одна хпшка, можно было бы еще тут отыграть. Да поздно, поздно вот это. Хе-хе-хе, твое. Вот на этого нам не хватило, это да. На гондолу. Это да, это нам не хватило, тут не поспоришь. И если бы не этот вшивый цветок его. Угу. Так, погнали. Нам дальше нужно, ребята, супермозга, как говорится, терроризировать, пока не выиграет. Если бы не цветок, если бы не отхилялся бы, то да, мы бы выиграли. Вроде бы и добор, и все было, да? И нифига не сработало. Так, ну что, у нас орех. У нас орех в доспехах. Даже не знаю, есть ли смысл ставить нам. О, ишь, кактус влепил. Самое обидное то, что мы не можем с тобой хильнуться. Если он сейчас сюда орех поставит, будет вообще весело. Почему я не удивлен, а, ребят? Во, это хорошо. Это хорошо. Так, что у нас тут есть? Да пока ничего у нас нету. Давай сделаем так. Допустим. Ох ты, ох ты, смотри, что у него есть. Блин, мне не хватило чуть-чуть, а. Жаль. Ладно, на следующем ходу бомбанем. Так, ну что ж, давай посмотрим. Так. Итак. 6 и 2. Блин, фигово, конечно. Ха-ха-ха.
Блин, трындец. Именно 2 единички урона и все. И нифига не сработало. Все, ребят, супермозг, короче, свою отыграл. Ну, как отыграл? Сделали мы ежедневки, но меня сейчас не интересует немножко другое, ребят. Наборы, конечно же, самые, что ни на есть, наборы. Так, какой будем вскрывать? Нет, не вот этот, а, наверное... Блин, тут очень много легендарок. Давай его, наверное, открывать. Поехали, друзья. Ух, была не была. Будем надеяться на легендарные карты. 11 паков, ребят, поехали. Так, необычные. О, я уже вижу много дублей. Нифига нам тут насыпало. Так, редкие пошли. Двойной даже. Ух. Мега редкие. Так, орех. 2 даже ореха. Так, вишневая бомба. Легендарочка, друзья мои, какая? Ну, не... Воу, 2-я. Ёк-макарёк. Друзья, ну, я доволен. 2 неплохие карты. Нормально. 2 легендарные карты. А что? Что тут плохого? Так, ну что, а теперь, по-моему, пора рычку отыграться, да? Рычку пора отыграться. Рыцарь в доспехах. Попробуем. Какой нафиг рыцарь в доспехах, если это орех в доспехах? О, даже одинакового уровня мы, значит, против этого танцора. Ну что, давай, заразительное сальце, посмотрим. Тут 50 на 50 шанс выигрыша. У меня, по крайней мере, друзья. Все зависит от того, на чем он будет играть. Скорее всего, на танцах. Если он сейчас начнет с первого хода именно это, которое не наносит урон, то будет неприятно. 41 уровень, то есть, ну... Соображает, по крайней мере, я так понимаю. 2-го хода у меня тоже вот в данный момент нету. Выпало алоэ. Кстати, ну, я забыл, знаешь, что сделать? Дубли раскрошить. Распылить. Я даже не знаю, кто там у него может быть. Давай я пока не буду трогать. Ну и правильно. Пускай снимает мне броню. На танцорах, что ли, он? Ну, видимо, на танцорах, друзья мои, собирается он здесь играть. Давай это уберем. Угу. Хотел прокачать, я понял. Хотел, значит, прокачать, да? Угу. Ну, давай сделаю вот так вот. В пустоту. Ну, тут понятно, бомбить будет сюда. Но с танцами он, конечно, лопухнулся. Согласись. О, он и здесь лопухнулся, кстати. Он и здесь лопухнулся. Вообще шикардос. Единственное, что, наверное, нам надо восстановить здоровье будет. Сейчас посмотрим. Если у него капелька есть уничтожающая, чтобы он просто мне крокодила не уничтожил. В принципе, только ради этого все и делается.
А там посмотрим. Но он может нанести 3 единицы урона. Как вариант. Ну, он потратит заклинаху тем самым. Ну да. Капельки, значит, у него нету. Будем знать. Будем это знать. Пошло-поехало. Что там у тебя? Ну, в принципе, наверное, там этот, танцулька, да? Будет, скорее всего. Давай сделаем так. Итак, посмотрим. Нет, здесь не танцулька, здесь... Умнее ты ничего не мог сделать. Так, мы можем прокачать, в принципе. Вылезла Папандопола. Хиляемся, конечно же, друзья. Хиляемся. И хиляемся по полной. Сделаем так и сделаем. Давай вот так вот сделаем. Угу. Так, ну тут у него капелька наверняка уже, да, выпала. Он ее не стал тратить. Дело его. Я даже не удивлен, ребят. Я даже не удивлен. Ничего не будем здесь пока делать. Алоэ вера поставлю. Пускай сидит теперь. 2 единицы урона. Капелька, да, все-таки у него есть. Ну, конечно же. Конечно же, ребят, капелька. Но это все равно этого не спасет. Если он думал, что он что-то выиграет этим, то зря. Зря он так думает. Так. Окей. Что мне можно сделать? Мне можно сделать, наверное, следующее. Сделаем так. Так. И вот так. Там посмотрим. И это все? Я-то думал, там что-то серьезное. Две единицы урона всем. Ах ты, жук. Ну и все, остался без картишек. А окей. Чувак остался без картишек. С 9 хп. Ну давай поиграем. Коль такое дело. Ой, шляпник, шел бы ты отсюда, а? Так, подожди. Давай так. И вот так. Поехали. Угу. Так, в Дрибадан. В Дрибадан. Томатик. Ой, какая хорошая карта.
Так, что мы сделаем? Мы сделаем вот так. И вот так. Угу. Но тебе не жить, парень, в любом случае. Так, но у него срабатывает защита, что он там вытягивает. 3 единицы урона, по-моему, да? Если не ошибаюсь. Да, 3 единицы урона. Нашел куда потратить. Ни 2, ни 1,5. Цветочек жизни моей появился у нас. Ну, давай так сделаем. Фиг с ним. О, даже как, да? Да как ты заколебал, а? Двух. Ну ладно, пускай будут 2 у тебя танцора. Так, ну что, бомбим этого, наверное. В первую-то очередь, да? Ну, тут все понятно. Тут все понятно. Поехали. Так, в минус. В минус. Тоже гудбай. И пятерочку в лицо, на. Но он доигрывать не будет, мне кажется. Ну, смотри-ка. Молодец, одобряю. Одобряю. Ну давай. Красавчик. Красавчик просто. Погнали. Ух, не доиграл все-таки. Все-таки не доиграл. Плохо, что ты не доиграл. Было довольно весело. Было довольно прикольно бы. Ну что, ладно, давай еще партийку рубанем. И будем потихонечку закругляться. Но сегодня все-таки, ребят, хорошо. 2 легендарные карты мы вытянули. Это меня радует. Так, профессор мозговой атаки у нас, да, значит? Хо-хо-хо, вот и хо-хо-хо. Хо-хо-кает он мне. Можно было бы, конечно, и орехом прикрыться. Коль такое дело, да? Еще один кактусенок выпал. Давай сюда поставим. Так, тянет там 2 карты. Так, что дальше? Он не угомонится, да, все никак? Значит, этот огурец мне не очень нравится. Вот он сейчас думает, что бы мне поставить. Ландшафт у него может быть. Либо какое-то усиление. Либо заморозка. Ну, что-то должно быть. Просто энергия. У него оказалась просто энергия. Ну, это, конечно, не очень приятно. Ладно, прикроемся. Блин, не хотелось бы уничтожать всех зомби на земле. Ой, всех зомби.
Ладно, бумкнем вот так вот. Через гриб. А там посмотрим, кто у него. Так. Ага. Два стрелочка. Ладно, окей. Два стрелочка, два пупочка. Их можно разнести, в принципе, в хлам. При желании. Давай так поставлю, например, и вот так. Сюда будем бомбить. Пш. У меня еще есть один, так что не волнуйся, парень. У меня еще один есть. У меня еще снова бомба есть. У меня есть. Ну а если я сделаю. Давай проверим. На вшивость. Угу. Рикошет. Понятно. Угу. Ну я его пока трогать не буду, ребят. Пускай сидит. Серьезно? Блин, ему нельзя, ребята, Эврику вытянуть. Что он делает, я не понимаю я. Давай и так сделаем, посмотрим. Пять он на одну карту дороже. Ну ладно, что там у тебя? Ну вот, чудило с ландшафтом. Сейчас будет Эврика. А нет, не Эврика, ребята, не Эврика. Да ты посмотри. Ладно, заморозит, фиг с ним. Ой, какая, ребята, смачная выпала карта. Что, бумкнем, наверное, да? Или как? Не, вначале мы, наверное, сделаем. Блин, а как тут лучше сделать-то? Ну да. Вот так вот сделаем. Фиг с ним. Налево, он еще и прикрылся там, посмотри, а. Это ладно, это все фигня. Че, ставим это, да? Это понятно все, короче. Тынь-тынь-тынь. Понятно все. Все с вами ясно. Ну что, дорогие друзья, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.